Значок 0068-0094. В смысле? Как прямо... это? Как это? Вот так. Ну давайте. Удостоверение еще... значок вы снимать не будете. Вы можете визуально его посмотреть. Ну еще раз, давайте, я не запомнил. Визуально? Да. Вопросы. 0068-0094. Документы. Какие? Ну какие? Ну какие? Вы ну, меня служебные спрашиваете? Ваши документы. Какие? Служебные документы, инспектор. Какие? У меня много служебных документов, товарищ. Уберите видеокамеру. Не, можете не, снимать, я буду снимать. Меня, но не значок. Ну я так вас снимаю, правильно. Вы снимаете значок. Точнее, не знаю. С чего должна начинаться? Вы поставили регистрат, а не начинается. Оно как началось, так и закончилось. Я вас остановил за нарушение, что не пристегиваете стрельбу? Я был пристегнут. Доказы есть? А доказы это согласно 251 уже, что касается составления административных материалов. Вы я же их не предъявите сначала документы. Я какие хочу ознакомиться. Документы? Ваше служебное удостоверение. Служебное удостоверение? Да. Наконец-то. Ну, наконец-то. Видео убирайте. Я снимаю. Я говорю, видео убирайте, товарищ водитель. Смысл? Буду показывать визу. А, я понял. Все. Давайте. Ну, хотя я не обязан тогда убирать. Ничего не запрещает снимать удостоверение. Ну, запрещает закон. Снимать. Какой закон? Служебное удостоверение. Какой мое закон? Визуально. А, закон законодательство, есть? Конечно, пожалуйста. Добровольський Микола Анатолійович, командир взводу роти реагування патрульної поліції ГУНП. Так, а до якого дійсно не відео? Дійсно до 04.02.20. Все. Можно я ну? Проверю ваше водительское документ? Не, проверка не. Если составляете, я покажу сейчас. Ну, если составляю. Товарищ водитель, я еще раз повторяю. То есть вы хотите для проверки взять? Поки проверьте. Можете не передавать, предъявить. Свидетельство про регистрацию, посвящение водія відповідної категорії. Так як я вас зупинив за порушення ПДР. То есть мы будем рухати. В крайній лівій смузі рухи при відсутності транспортних крайній засобів. Правий, крайній правий, правий, крайній правий. Я в правій рухався. Це порушення протиправо на 11.2. І не користуйтесь паском без права. Будемо составляти? Поки що. Будемо составляти. Якщо нанесіть постанову, зараз остановимо. Речь зараз йде о причинній остановці, да? Ну, і пред'явленню документів на цьому основанні, згідно пунктоправил 24.2.1. Причина для остановки у вас була, а потім я буду вже як посадова особа вирішувати. Складати на вас адміністративну постанову чи не складати? Угу. А може я усно зауважу вас? Даже не попередньо, а усно зауважу. Ну, ну я ще нічого не нарушив. Начнемо з цього. Ну, я тільки що під'їхав, відстігнувся, я нічого не нарушав. Доказательство согласно 251. Это документально должно быть, когда составляются материалы административные? Конечно, постановки. Вы должны показать мне видеофото. Я постанову составляю? Ну, если несите постанову. Если. Сейчас будет рассмотрение дела. Но не есть. И во время рассмотрения дела вы покажете доказы. Мы рассматриваем сейчас причину остановки, да? Ну, постанову да. Я не составляю пока. Ну, сначала что делается? Рассматривается дело. Нет, сначала рассматриваем дело. Я еще ничего не нарушил, поскольку в стране как бы у нас работает презумпция невиновности. Вопросов и... нету. Я же не против презумпции невиновности. Да. Я против нее? Не, ну... Постанова составляется административная сейчас? Ну, если, не составляется. Если она... Сначала проверяются документы соответствующим да, образом. Сначала... Водительскую... Товарищ водитель, вот здесь документы. Я есть. Сейчас буду приглашать двоих понятых. 126. И отбирать объяснение на 126. 126. Я вам говорю, да. А потом последующим... Смотрите, будет. Я предъявлять документы не отказываюсь на камеру. Я... Предъявляйте, вопросов нет. Не отказываюсь. Вот, я на камеру снимаю, что они у меня есть. Вот. Так, и видите. Предъявлю честно, на вот, законную смотри. Вымогу, я предъявлю документы. Все, я визуально должен соответствующим образом, как работник полиции, их проверить. Ну вы сейчас меня визуально. Остановили ради проверки моего ну, как я бы, документа. Я еще не закончил. Я маю право водителя затримать на 3 години. Я с вами еще не закончил этот диалог по поводу вашего... Ну, остановки. Тогда протокол задержания... Да, ну, я вас не задерживаю. Мы с вами сейчас разбираем причину остановки. Вашего я ничего не нарушал. Ну, я ничего не нарушил. Вы нарушили? Нет. Ну, давайте посмотрим. Не были. Если... Если доказы есть, сейчас составим доказы все. Доказы я буду предоставлять в суде, согласно 251. Да, в Кременчук придется ехать. Ну, я как посадовая особа, я как посадовая особа, маю право вирішувати, складати адміністративну постанову чи не складати. А може усно зауважити?
чи складали адмінпостанови. Ну, перед цим я повинен перевірити. Потому що я реально смішу, ви ж посмотрите, не знаю. І у мене времени как бы особо нету для того, щоб вести вот эти неконструктивные уже диалоги, если честно. Не пил, руки трусы, не вообще. Нормально? Андрей Викторович, счастливо. Как можно ближе к правому краю проезжей части, паском без пэка. Угу. Сейчас на ну, все, до свидания.